Тверской области предприниматели продолжают оказывать поддержку медикам, которые находятся на передовой борьбе с коронавирусом. Так, в областной клинический лечебно-реабилитационный центр поступила партия средств индивидуальной защиты – костюмы и респираторы. На этот раз СИЗы медикам передали от кимрского предприятия. Тему продолжит наш корреспондент. В настоящий момент на базе реабилитационного центра открыт инфекционный госпиталь. Сюда поступают пациенты, чье состояние здоровья требует постоянного контроля и внимания врачей. В центре развернуто 200 коек, и сейчас более 2/3 уже заняты. Эпидемиологическая безопасность – одна из главных составляющих для медицинских работников, которые работают непосредственно с больными COVID-19. В этих коробках необходимы для медиков атрибуты – защитные костюмы и респираторы. Если считать, что специалисты работают в суточные смены 24 часа, то 2-3 раза им приходится выходить в зону, в красную зону, и, соответственно, менять средства защиты. Больницы отмечают, что поток пациентов пока не сокращается, а значит, потребность в средствах индивидуальной защиты в ближайшее время не уменьшится. Защитные костюмы и респираторы, которые мы получаем с нашей Тверской, с нашей кимрской фабрики, это одни из лучших средств защиты по качеству, по степени защиты. Благодарю коллектив, производителя за такой подарок для коллектива. А лечебный центр после окончания пандемии коронавируса вернется к своему профилю работы. И там будет организована реабилитация для людей, перенесших коронавирус. Также планируется, что реабилитацией больных после COVID-19 будет заниматься областной врачебно-физкультурный диспансер. Сейчас в диспансере запланирован резервный инфекционный госпиталь на 100 коек.